Всем привет. Утречка у нас. Сейчас мне позвонили, что у Маус уже выехал мультик за металлолом. Сказали, через 40 минут будет. Что все как обычно, я раньше запланировал времени. Так что мы тоже сейчас ускоримся. Сейчас лечу за Максиком, за студентом. Там надо машину мыть, убрать, чтобы большая машина заехала. Все, мы приехали. Сейчас переодеваемся. Максик пошел. Там гараж. Переодеваться я здесь. И все, сейчас начнется движняк адский. Пойду за водой схожу. Вот такие вот у нас суровые будни авторазбора. Жара. Движняк идет у нас, короче. Пойду за минералочкой. У нас как раз минералочка в холодильнике. Холодная. Вот так вот открывает консервы. Неликвидные двери все. Перегородки. Идут переплавку. Вон он, балдеет, сидит. Максик. Вообще я подустал уже очень сильно. Но ничего, работа идет. Почти полна коробочка. Суровые будни авторазбора. Вот так и работает. Война войной. Обед по расписанию. Сейчас я стартую из гаража. И у меня дома сабельная пила. По габаритам газель, короче, в кузов. Ну, ломовоз приехал с маленьким кузовом 4.30. И газель туда не залазит по длине. И вот мы сейчас... Немножко у нас две газели осталось и два УАЗика. Мы ее сейчас укоротим. И все, и засунем. Опай. Сейчас, ну, первый рейс поедем, сдадим. И потом все это подрежем. И что у нас? А я сейчас еще надо обед купить. Я примчал домой. Кипку уронил. Вот. Так, неудобно. Вообще ничего. Снимать. Камеры. Короче, я примчал домой. За сабельной пилой. Ну, что я сейчас первым сделаю? Сделаю, это я занырну в бассейн, потому что вообще жара, короче, жесть. Там весь потел, весь устал, пока там все это мучится, делается. Занырну в бассейн, все, возьму инструменты, погнал. Сейчас занырну в бассейн, немножко ополоснусь, чтобы я был бодрячком. Сабельную пилу я взял, в бассейн скупнулся, сейчас заеду за плюшками и на работу. Все, надо лететь, на улице еще жара адская какая-то. Вот у меня 29 показывает. Дверь открыл, даже гулять не хочет, выбегать, потому что говорит, а ну ее нахер, я в теньке псих. Заехал в пятерочку, купил еще водички, плюшек там разных. Тут пекарня у нас смышлявки, я открыл, с перчатки купил. Упаковку кругов. Где они там? Миллиметровые. Отрезных. Как раз они там сейчас понадобятся нам. Все, лечу на разборочку. Дальше продолжать. На улице жара. Просто адская. Началась опять тема. Как
Ага. Пришлось надрезать раму в кузов. Газель по длине не выходит. Раму, стойки. И мы сейчас, ну, по планам сломать, короче, морду, чтобы она залезла в кузов. Машина ломовоз короткий приехал. И у нас вот такая вот тема здесь. Залезла. Очень опасно, да? Сейчас его добьют. Все, погнали. Разбирайся. Вообще жесть. Я, короче, вообще устал. Так вот все это у нас и происходит. Че, жарковато? Аж давление скачет. Сходи в эту, в гараж, сбегай минералки, принеси холодненько. И в холодильнике лежит. Которая слева бутылка, она самая холодная. Сегодня хорош. Последнюю тачку загрузим, а то вот масло уже потекло. Манжеты выдавило, короче, гидравлику. Тачка пойдет на ремонт. Все, мы загрузились, короче. Погнал. Ломовоз уже уехал, я сейчас за ним. Туда на базу мне договора надо отдать. Бумажки там, выписки забрать. И еще это сегодня день не кончается еще. А мусор сегодня будем грузить. Ладно, я погнал, а то уже машина уехала, я еще никак не тронусь. Ну все, короче, я уезжаю с базы, отдал договора, взял выписки. Получилось там около 5 тонн. Металлолома 94 тысячи рублей. Не все поместилось, там еще не поместилось, это, наверное, полная полторушка, там фортранзит тяжелый и еще это газель целиком. Так что следующей неделе еще заготовим и по максимуму. Ну тут еще мушлежка маленькая, маленький самый кузов КамАЗ 430. Вот, дай бог, если у нас приедет, у него длина 5,70 и высота, и повыше, и пошире он нам больше загружает. Все, еду туда на базу. Сейчас на еще приедут мусор. Загрузим мусор по максимуму. Короче, сегодня очень производится. Будет денек. Попьем чай там, не знаю, для того, чтобы так устал. А вечером, наверное, просто в бассейн там шуль. Кайфовается, ладно. Все, сейчас выезжаем на дорогу. Все стоит. Заводское, все, я сейчас кабельный еду. Кирова, там весь у нас, короче, там вообще ужас. И Юнгородок, соответственно, все тут от Береговой. Я принял решение, если оно ехать в Смышляевку, рвану через Паповку. Сейчас сюда направо, в сторону, я не помню, поселок Паповка, Чкаловка, по-моему, поселок Чкаловка, как на карету ехать на Самарку. И вот и я, короче, через эту дорогу сейчас буду прорываться. Она нормальная прям до этого. До конца поселка хорошая дорога. Там хероватенько. Ну и Смышляевку там я должен проехать потихоньку. Не знаю, сейчас как там погода. Как там дорога. Ну, вроде накатано, на пляж все ездит. Гора стоит, я думаю, не должны там быть большие лужи и грязь. Ну, короче, я рискнул и попёр.
плохой дороге и приходится ехать. Но там есть место дальше в одному. Я там, скорее всего, не проеду, там затоплено. Ну, дождик был, там грязь тут вылазит. Можно проехать. Ну, я там дальше проеду через песчаную дорогу, через лес. Ну, вот я сейчас еду 10 минут от Кирова, и не 10, 12 уже, от Кирова Заводского. Как бы, мне кажется, я странно. Сейчас посмотрю, как там дальше. Но я сейчас засеку, сколько времени я поеду. Ну, здесь, конечно, дорога жесть. Она, во-первых, ну, я еду. Через лес. По старая заводская дорога, там, я не знаю, сколько лет, там, 50 или 60, сделанная из плит. И она не изменилась. Там уже дальше делать нечего, потому что тут жесть, короче. Я тут останусь нахрен. А там дальше еще хуже. Я сейчас развернусь и там через лес, дальше по песчаной дороге, там нормальная дорога, и там постараюсь проехать. По песчаной дороге. У меня навигатор. Все дела. Отрубите Сусанину ногу. Постойте, ребята, я вспомнил дорогу. Вон она, земелька. Мы на выезде. Ну зато, короче, по лесу тут параллельным дорогам я покатался. Вот так вот. Вообще круто. Ну, в любом случае, это лучше, чем в пробке стоять. Тем более, мне яичко он не сделал. И так сегодня нажарился там на улице. И сейчас еще можно грузить. А вот здесь немножко по лесу поехал. Покайфовал. Были речки, все как положено. Короче, день у меня вообще сегодня насыщенный, интересный. Я лечу на работу. Все, я уже на выезде. Здесь уже все. Материк. Ну все, теперь у нас еще мусор осталось загрузить, хотя бы один рейс. По-любому. Не знаю, что по месяцу, короче, по максимуму. Срача такого нет. Да. И по домам. Ну, мы приступим. Там, да? Да, как будто мамай прошел. Да. А где уазики, там прям так идеально, там кто ничего не стоял. Вот просто такая полянка чистая. Отлично. Ну все, будем грузить, короче, мы. Ага, понеслась. Ну все, Ивась. Сколько сейчас время, Макс? Неизвестно. А мне. 7:40. 7:40. Вот это, короче, денек. Вот так вот мы немножко. Это как-то очень странное какое-то облако. Согласен, да. Может, что там горит? Не знаю. Или дождик, или... Да, или Сибирь нахуй галит. Остатки. Вот так вот у нас. Снимите, как получилось. Немножко убрались, там где-то подмели. Но там еще мы уберемся, но тут вот такой был бардак, да? Какой-то человек все. Слишком много здесь бьет. Кто-то тут время. Стекло бьет, да. Но мы еще поколотим. Не переживайте. Все, ладно, будем собираться, да, Макс? Поработали мы сегодня неплохо. Да. Все хорошо. Погнали по домой. Лечу домой. С работы. Думаю, дай заеду к цветочнику. Заехал в положение цветов. 29 штучек. Настроение нормальное, хорошо поработали, почему бы и нет. Даже не должна их упрашивать. Ну, бывает иногда я проебываю, вот так шли. Так что сейчас не допустил этого момента. Сейчас сделаем колечек, поужинаем. Все, будем.
поехал, блин, на транзитку. Купил там сыра. К пиву, который. И три рыбки. Сороги. 300 рублей. Сыр 100 рублей. В кузнице полная вот такая чепушка. Стоит 60 рублей. Вроде не, не так-то там что, 40 рублей. Ну, прям вообще меня это нахуй взбесило. Вот это сыра. Пол чепашки. 100 рублей. А там, в кузнице она полная склень. 60 стоит. Все время уже, там, года два. Наконец-то я дома. Очень тяжелый и длинный денек. Ну ничего, я сейчас. Ну, я уже сходил в душ, переоделся. Сейчас поужинаю и пойду спокойно сидеть и курить кальян, смотреть новости и отдыхать. Так что всем пока. Пишите, звоните.